Валерий Георгиевич, скажите, пожалуйста, вот у нас премьер-министр, да, он к какой школе философии относится? Утопической. Детскому саду, простите. Вы знаете, я... вот интересный вопрос. Вы его называли аутистом вроде бы. Вообще-то говоря, я вчера только ему медицинский диагноз выставлял, а вы сегодня про школу философии. Ну, не знаю, наверное... У него есть некоторые склонности мании величия, может, он себя Сократом считает, я не знаю. Но вообще-то он имеет явные признаки аутизма, понимаете? Аутизм – это все-таки состояние, будем так говорить, детское. Это вот некая задержка в развитии, где-то вот 5 лет. Ну, не знаю, если у ребенка 5-летнего есть какая-то философия, ну, я как-то вот возрастной философией еще не занимался. Ну, то есть вы не относитесь к немецкому? Немецкий классический его нельзя вести. Да, я думаю, что навряд ли. Я думаю, что он даже, наверное, не в состоянии воспроизвести какие-то тезисы там диалектики Гегеля. Но он, мне кажется, все-таки немножко другую школу проходил, другое образование.